Ева ищет семью. В Твери маленький щенок выжил после серьезной травмы головы. Животное перенесло тяжелую операцию по реконструкции морды, но уже возвращается к полноценной жизни и ищет любящую семью. Историю чудесного спасения расскажет наш корреспондент. Молодец, молодец. Да, кто такая красавица, да. Волонтеры хотят назвать этого любознательного веселого щенка вполне себе человеческим именем – Ева. Характер у полугодовалой девочки, несмотря на тот ужас, который ей пришлось пережить, нисколько не испортился. Нет ни страха, ни агрессии. Ева очень контактная, веселая, тянется к людям. Дает себя погладить и почесать. В общем, она, собственно говоря, с собой никаких особых изменений-то и не чувствует. То есть, ну, собака и собака. То есть, ну, чаще лижет нос, но опять же, потому что ей доставляет неудобства именно носовые трубки, да, которые сейчас вот вставлены у нее непосредственно. А так, то есть ведет себя абсолютно спокойно, нормально. Особенно рада Ева своему куратору Николаю. Сейчас, когда щенок находится в госпитале под наблюдением врачей в специальном боксе, прогулки на свежем воздухе на зеленой лужайке для нее настоящий праздник. Кто такой? Собака, кто пузико такой? Ай-яй-яй, а я пузико, ты любишь, да, когда чешешь? Позади у щенка сложнейшая операция по восстановлению носа. Несколько дней назад Ева получила травму на территории предприятия. При каких обстоятельствах произошло ЧП, в результате которого один щенок погиб, а второй получил увечья, неизвестно. Если бы не ответственность неравнодушных очевидцев, то, возможно, не стало бы и Ева. Так щенок оказался в руках волонтеров, а впоследствии его прооперировали в подмосковной клинике. Хирург буквально по кусочкам восстановил собаке нос. Прогнозы по восстановлению, в принципе, очень неплохие, потому что, хотя и есть травматическая ампутация части, передней части верхней челюсти, все равно у нас довольно-таки, скажем так, неплохой, да, вот вариант именно по восстановлению, потому что все-таки большая часть морды у нас, конечно, осталась, она присутствует. Операцию она перенесла без проблем. Скорее всего, потребуется еще одна операция. Зоозащитники рассказали, что на лечение Евы средства были собраны очень быстро, причем сумма пожертвований превысила заявленную. Здесь, конечно, огромное спасибо всему сообществу, инициативной группе по защите животных, потому что они всегда очень действенно подключаются, помогают. И вот всем миром удается собрать вот эти средства на помощь животным. И очень, конечно, хочется надеяться, что и вот эта вот собачка бедная, пострадавшая, что она обретет семью, где ее будут любить, где они будут заботиться, а уж она в ответ вознаградит. Все средства пойдут на лечение и реабилитацию Евы и других животных, которым необходима помощь. Сейчас волонтеры ищут Еве семью. По словам куратора Николая, люди звонят, интересуются. Однако щенку нужны опытные любящие руки, поэтому к выбору хозяев для этой девочки, несмотря ни на что, не теряющие оптимизма, подойдут со всей ответственностью.